везде должны. Да не, речки, я не переживаю. Все переведут, все нормально, поставлю где-то. Впереди камера на разметку. Поэтому я не сильно переживаю, я просто к тому, что это. Потому что все подключались по максимуму агрегаторов, потому что в нынешней ситуации, чтобы что-то выводить, надо, чтобы все работало, и все агрегаторы брать. Все, ни хера вообще не выбирать, не думать. Еще дают твои визиты. И вот я, честно, я вот сейчас до Неглины доехал, из Неглины вот сейчас уже на свободу заезжаю, 10 минут, правда, езды и хер с ним. Прям в центре куча таксистов, чего они постоят, себя не понимают. Прям, человек 15 рублей с машины сидят. Кстати, мне сегодня попался клиент, он мне сказал, что таксисты жалуются, что не могут продлить пропуска. Поняли, да? Но я ему сказал, что не могут таксисты. Ну, видите, коллегиальным это способом. Многие таксисты не смогли оформить пропуска себя. Какое обещание? Вот из-за того, что нужно подавать. Помнишь, я тебе рассказывал, что их работодатель, от кого лицензия, должен подать списки на МОСРУ, вот эти вот QR-коды отправить. Нет, никак. Мент стоит, нет, не пойму. Нет. Остальные что-то больше хода. Вот это вот плечо блестит, я думал, может, это дело отражающее. Ну что, 47 километров. Серег, давай попробуем еще раз этому Жене позвонить. Жене и движку, время 12. Просто они сегодня, ну, хотя бы скажут, ребят, сегодня отдадим или сегодня не отдадим. Но это не дело нас там, блин, сожрет хозяин. Занято опять? А попробуй, блин. Блин, придется ему телефон звонить. А он не мог тебя в черный список какой-нибудь добавить? Типа, все, нафиг я это подаю на этот. Только без рата. Вот это вот, по-моему, Ногинский район. Алло, алло, привет, привет. Вот. Получил там твое сообщение, просто не маска была, поэтому. Вот. Вот. Что там, паника, да, у тебя? Ты понял. Блин, Жень, поставили ее на продажу, отогнал ее вообще в салон. Вот. Стоит в салоне еще, продается. Потому что все, ездить больше не вариант. Во втором цилиндре компрессия 5. Вот. И 7 тысяч, короче, на ней наездил. Все, коробку сделали. Катализатор рассыпался, короче, туда засосало его как там в этот мотор, короче, там задрало второй цилиндр, все, короче, беда вообще. Вот они там, клиент бьет, они там ее прогревают заранее, чтобы ее не трясло. Вот, стоит, продается. Так что. Ну ты заметил, наверное, по штрафам, что мы не ездит она ни хрена. А, это ты не парься, все, там скинешь сколько надо будет. Вот, сейчас продадим и оплатим тебе все. Вообще не парься даже за это. Вот. Я просто слышу про учет. Просто ну, на ней никто не катается. Там, ну, не думаю, что там кто-то что-то надо штрафов, тебе там придет целая куча. Вот. Все, вообще даже не забивай себе голову, это все хрень. Ну, так что так вот. Вот у тебя-то как дела? А работа, кстати, есть? А ты уже не на портере уже, да?
вопрос. Знаешь, еще хотел с тобой посоветоваться, но не знаю, может, сейчас занято. Я тут, конечно, думаю купить себе тоже грузовичок такой, ну, под работу. Вообще, актуальна эта фигня сейчас или нет? Положение определено. Ну, там же есть какие-то, наверняка, там всякие вот эти, там, АТИ тот же самый, да, там какие-то там порталы, где заказы. Лучше-то все-таки компании, да, лучше было бы прийти с тобой. Да я-то знаешь, как думал? Я думал вообще сделать хитрое, ну, чтобы не париться особо. У меня просто там появился вариант машину взять похожую, да? И я думал вообще водителя там посадить. Очень нужно все это дело просчитывать, просто так с бухты-барахты не надо. Ехать сколько? 39. Ну, у меня, видишь, просто какая фигня, вот у меня знакомый работает, булочки возит, но у него свой, ну, свой транспортер Volkswagen. Вот. У него, короче, получается где-то 110 там, с копейками тысяч в месяц. Как, ну, сам. Вот его машина, и сам он работает. Вот. Он, короче, работает, с 5 утра выезжает, и где-то в час он дома уже. Вот, и я тут, ну, с ним пообщался, думаю, блин, посмотрел эти транспортеры, там стоят, ну, 300, там, 350 тысяч рублей ставлю, подлатать его, и вот еще водилу посадил, там, ну, самому чинить придется его, да, там, он там поломался, приехал, да, сам, ну, как бы я как бы могу это сделать. А, в принципе, как, ну, если вот таким образом, хрен его знает, вот просто подумал, думаю. Не буду тебе голову забивать. Вот. Ладно, как-нибудь там будет свободно. Мы еще едем вот сейчас. Вот. Мы в Москву приедем, еще не доехали. Ага. Да, 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 налог там придет, скинешь, что как и все это еще будет. Все, не забивай даже голову, как скажешь столько, сколько так переведу, я даже не забиваюсь. Вот, все, давай, на связи, ага. Я без паники. Ну вот, минус одна головная проблема. Вообще. Главное, чтобы не это, не начудил с этим. Не, за штрафы вообще насрать, что хотите, то и делайте. Вот, мне главный налог. Я, говорит, его оплатил, вот, до того момента, как вы купили, типа. Вот. А потом, или за тот год он оплатил, да, за тот год он оплатил, говорит, ну вот сколько сейчас накапает до того момента, да, вот оплатите, вот это надо будет оплатить. Я думаю, что это надо будет оплатить. Говорит, получится 1000-2500. Я говорю, ну что, без Серег, это надо будет сделать, потому что знаешь, что я подумал? Он может подать документы в налоговую, договор купли-продажи между ним и мной, что он продал с такого-то числа, да, они все это учтут, и они на меня выставят этот налог. Да, да. Поэтому тут даже не стоит заморачивать. Да, тем более сумма не та, чтобы это... Да, сейчас ненормально. Да, я слышал. Давай, Серег, следующая задача. Мотор. Мотор. Давай. Очень надо, блин, вот прям крестим, скрещиваем пальцы. Так. Надо уже на них, наверное, как-то это потихоньку немножко нагонять, типа, блин, ребят, у нас уже клиент волнуется, машину разобрали, двигатель отвезли и все. Мы там на стоянку попадаем. Да, добрый день. Это вот Kia Cerato, блок, бирюзовка.
что он там, готов, не готов? Еще в работе, да? Ну, уже хотя бы делаю. Ну, понял. Ну, сегодня-то заберем. Понял. Ну, вы наберете сами, ладно? Да. Все, хорошо, на связи. Все, съезд сделали. Сейчас, в данный момент, в работе. Ага. Сегодня будет готов, да, точно. Все, отлично. Отлично, да. Давай я Диму, наверное, обрадую сразу же. Алло, алло. Привет. Мы с Мальком уехали по делам. Вот. Демона запрягли продавать запчасти в гараже. Блин, ну у нас сегодня, смотри, какая ситуация. Мы сейчас приедем. Приедем. И тут же поедем за блоком на Кию, который у нас стоит там в самообслужке. Да, 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 поедем. Ну, примерно где-то во второй половине дня. Ага. Понял, понял. Ну, будем там наберем. Что, тебе Демон звонил? Дем, привет. Блин, вообще красиво. Слушай, общались сейчас с этим... Красиво, я его вообще печатал. Свет у них починили. Он, короче, приехал, я говорю, Вась, блин, нам надо срочно уехать. А там у нас клиенты по частям едут. Три клиента едут. Вот. Я говорю, ну, надо там это бампер продать там туда-сюда. Он говорит, ну да, без проблем. Я говорю, ну, есть один нюанс. Глушители бампера не сняты. Надо снять. Да. Ага. Да, он мне скидывал фотки, мне просто некогда ему ответить, это все на свеке. Короче, пусть смотрит в окошке, в головке, где выпал. Да? Да я так-то не посмотрел на удаленке-то. Ну а что, не гарантию дают, да, я там видел, скидывали. Блин, ну от этого вообще никто не застрахован, так что тут ничего не проверишь так. Ну, надо открыть масляную крышку, посмотреть, какое там состояние. И там уже, он же снят. Ага. Ну, понял, понял. Так, а про Хаммер расскажи мне, так, горит чек, да? Впереди камера на 60. А едет-то как? Блин, Олеган, а самый прикол-то знаешь в чем? У него, короче, у нее, когда мы до прошивки, у нее было жалобы были на датчики лямбдазонды, которые стоят после катализаторов. Так? А сейчас они прошили и датчики вообще из системы убрали, понял? Отвязали их. Вот интересно. Да, да, да. Я им звонил. Я им звонил, они говорят, вообще исключено такое. Говорит, быть такого не может. Ага. Ну да, правильно. Вот. А ты там чем занят? Давай поаккуратнее, главное. Главное, чтобы все было в рамках правового поля. Ну давай, ладно, берешь. Демон там продает вовсю. Смотри, ему прикалывайся. Давай.
поджирает масло. Блин, надо здесь уровень проверить. Давно я уже не проверял. 60. Несколько, ну... На Мазде, кстати, тоже надо проверить. Ну, на Мазду вроде... Раз, я последний раз в Смоленск литр налил ей до максимума. Помнишь, когда 9 есть? Да-да-да. И все, больше не проверил ни разу. Ну, на Мазде не так много проехали-то еще на самом деле. А здесь я после ТОшки уже 1007, может быть, 10. Так, мне на 60 делать ТО. На 60. Может, возьмем где-нибудь переходим? Давай еще найду где-нибудь. На 60 тысячах делать ТО, а сейчас 50. Ну, вчера пробег был 55-555. Да? Угу. Кстати, я забыл сказать. Стояли мы как раз в гаражах, я сидел, наверное, 555. Все пятерки были, короче. Что-то отвлекся, ждал тебя, пока ты сядешь. Вот. Там дождь капал. Думал, сейчас сядешь, покажу тебе. И все, и, блин, сел, я забыл и не показал тебе. Маршрут перестроен. Что-то он потерялся. Поверните. Нет, навигатор. Ржульный монтаж. Ржульки наснул. О, качаю еще.
Алло. Да. А, да я звонил это сказать. Я хотел на МКАДе остановиться, подождать, может быть, там 20, 30, 40 минут. Но ты... На МКАДе. Вот, ну... Ну, нет, мы еще не доехали. Мы вот сейчас на... Ну, километров 35, может, осталось где-то так. Километров 35 где-то осталось еще. Все, давай, давай, пока. Да, малыш. Ехать нам еще 31 минуту. Много? Тигран М, 10 новых сообщений. Че? Вот он так видит. На, смотри. Солярис 2018. Так, привет. Солярис 2018 года, 77 тысяч пробег. Надо удалить котолизатор. Ага. И сколько стоит? Обман. Впереди камера. Ограничение 60. Катализатор я свой заберу. Работа сколько стоит? Ну, тогда я отвечаю ему по полной. Если он забирает свой катализатор. Небось, еще не на своей машине, а на таксишной. Надо уточнить, кому принадлежит машина. Если на таксишной, то лесом, наверное, пусть идет. Так, 4500, 6500. 6501? Да, там все. Ага, подожди. Там их два. Это с пламя-гасителем, с обманкой? Он не приедет все равно, я думаю. Он хочет бесплатно, чтобы ему еще остался катализатор. Впереди камера. Ограничение 60. Три расход. До 4,9 скину, нет. Так, работа по удалению коллекторного катализатора 5500, обманка 1000, пламя-гаситель 2. Итого 8500. Это одного катализатора, правильно? Коллекторного. Да, точнее. Что, Кирюш? Место узнаешь? И что ты тут делал? Ну да, электричка рядом проходит дорога. Да. Вот. Мы, получается, вдоль железной дороги потихоньку едем. Да. Где-то она там, с правой стороны, километрах в 5, наверное. Так, что еще? Брат что-то. Уже приехали, телефон сел. Шторы, Жулькин. Дачу напоминает? Да. Ну да, везде дороги одинаковые примерно. Алло. Вась, ну как это? Как
красавчик, все сделал, да? Сейчас копом заработали. Вот. Можешь самому толстому их отдать надо, да? Да? Понял. Главное, ты видел, как мы его протратил? С деревней спрятали. Нормально? А комната как тебе? А не стал подниматься? Да она там монолитная. А как же ты фонарь достал? Вот наверху был. Красавчик все поснимал, да? Что, Кирюш? Вот. Что там были еще запросы, мы там наотвечали. Если кто будет звонить, буду тебе звонить. 25 минут. Пешком зашел, взял, вынес. Делов-то. Ну тогда заехал. Тяжелых-то практически нет деталей, там что-то крыша, четверти. Ну за капотом можно полтинник отдать, ничего страшного. Капот. Кто мы? Капот стоит десятку. Клиенты пусть отдают. Вспомни, как мы последний раз ездили. Мы заезжаем тоже, вот ездим постоянно на разборке, раз. Либо платим, либо паркуемся. Либо паркуемся, либо платим за въезд. Это ну, не волнует, продавца запчастей вообще. Да. А к Вадику ты заезжаешь, что? Вадик платит, что ли? Впереди ну, мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Так, так. Ну ладно. 6 рублей в касте, короче, да? Ну, 6 всего. А что там с молдингом-то с этим? Это заднего бампера, да? А бампер забрал? Ну понял. Бампер он не забрал, да? Он только там усилитель мог глушить. Ага. Ну ладно, понял. Ну все, давай, на связи. Давай. Серег, а теперь давай, знаешь, что сделаем? Заходи на... 6 рублей всего? Угу. Глушитель, фара, фонарь и усилитель, да? Кронштейн какой-то. Так, отдельно заплатил или что там? 3 500 плюс 2, это 5 500. И 500 рублей этот. Да. Ну ладно, хрен с ним. Давай, знаешь, что сделаем? Вот что продали... Давай, я сейчас заметку создам дополнительную. Что продали, такие же запчасти запросить на Фериум, сравнить, кто что отвечал. Уже, конечно, поздно. Ну, что-либо делать, да, но мы хотя бы поймем, конкурентные наши цены были или нет. Блин, Федорович, как вонючий стал. Нормально, заходи, да, давай я буду подсказывать. Мне просто за рулем. Мне хочется этим заниматься. Ну, нафиг, если мы продали это уже. Понять, мы могли, мы в рынке вообще идем или сильно занизили? Давай я сделаю. Запросы. То же самое. Запросы. Новый запрос. И вот здесь теперь пишешь. Вот пиши, пожалуйста, код машины. Тут вроде все просто. Рыжик, нам 21 минута осталось ехать.
я уже видел, и поспал, да? Чуть-чуть. Молодец. Как, справился? Можно даже ВИН-номер от нашей машины указать. Не, смотри, пока ниже 5,3 не получается опуститься. Что там, помочь? Нет. Ты уже запчасти будешь или что? Нет. Слушай, а глушитель, там у нас два, что ли, глушителя? Да. А он левый забрал, да? Не помнишь? Да. Левый фонарь, левый глушитель, левый, наверное, кронштейн. Что за писк? Классно пишешь. Писк какой-то был. Впереди камера. Ограничение 60. Кирюш, смотри, справа флаги какие. Пиратский. Россия, военно-морской, ВДВ, вон впереди еще. Вон еще слева. Слева тоже? Да, справа смотри, вот еще. Это их продает. Угу. Че, как там, Серега? Успехи. Получается? О, впереди, смотри, еще. Они ответили за фонарь. Ну, посмотрим еще, кто что поотвечает. Какой? Банк глушителя 2500, мы за 2 отдали. Только банка или именно глушитель? Ну, банка глушителя задняя. Мы же банк глушителя отдали. Левый. А что еще подал? А, кронштейн? Не ответили. Кронштейн, глушитель и фара, да? Ну да, что-то на данный момент мы уже продешевили. Сейчас накидают там, будут и потрешки будут. Ну, будем надеяться.
Те, которые быстро отвечают, они, как правило, самые дорогие. А чёрт этот, ты говоришь, надо, наверное, сразу отдать, да, этому... Олегу? Олегу, да, он что сказал? Олег сказал, типа, набрать себе, да, и пусть Валькому. Набрать всю сумму. Пять и два. Вот на такой машине на дальняк ехать куда-нибудь. На одном топливе, на одном баке можно 1000 километров проехать. Даже поболее, наверное. Я один раз из Волгограда выезжал на полике, залил полный бак. И я заправился только в Москве на МКАДе. На одном баке я доехал из Волгограда до Москвы. Но ехал так, вот таким пенсионерским стилем. Что-нибудь писали, вот 6500, может это новый 6500 стоит? Нет, был оригинал. Был оригинал. Хасом будем созваниваться, нет? На самом деле. Нам, наверное, лучше с него начать сегодня. Это можно быстренько сделать. Просто, ну, лучше не откладывать. Они же не откладывали, они приехали и сразу сделали. Ну, будем там в обслужке. Он наберет, Хас. Кирюш, а мы, наверное, когда я тебя обратно буду забирать, вот, мы, наверное, заедем на склад, я тебе шалаш покажу. Хорошо? Может быть, с нами там чуть-чуть поработаешь. Ты же любишь папе помогать. Через 1 километр 500 метров поверните направо. Вот сейчас на этом повороте пост ДПС. Да. Впереди да. Камера 60. Не, это рано еще. А там я не стоят. Ну, может, и они, но это не, тот, не тот поворот. Да, впереди да, камера. Похоже. Ограничение 60. Что, Кирюш? Нам осталось ехать 14 минут. Да? Погоди, что-то дорога здесь не было такой дороги. Впереди пост ДПС. Ограничение 60. Да, ну что вы, да. Погоди, мы... Что-то, по-моему... Та дорога. Да, и поворот. А, пост ДПС дальше, а мы здесь, видимо, поворачиваем. Нет, вот здесь должен был быть. Вот он и есть. Нет. Что-то впереди пост ДПС. Ограничение 60. Что-то изменилось. Вот, вот здесь был. Видимо, закрыли. Светофор раньше здесь был, сейчас светофора нету. Давненько я, походу, не ездил сюда. Значит, Кирюш, что ты говорил? А? Ничего? Давай 5 тогда.
камера. Наверное, этот пост ДПС был этот неприбыльный. Вот закрыли. Маркетинг проводят. Рентабельно снижать. Да, да, да. На зарплату больше уходит. Вот здесь уже, по идее, должен ловить интернет. Если там еще да. Чем кидали. Ловит. Ну вот, оригинал 6500. Новый не оригинал 7100 отправили. Новый не оригинал. Что-то мы, по-моему, продешевили. Очень сильно. Да видел я дорогие типа 3500. Надо было еще сделать на какие-нибудь фары. Там, что у нас там это спрашивают. Двери. Собирать вот так вот статистику. Мне кажется, некоторые так и делают. Собирают статистику. А некоторые, наверное, еще делают прям, знаешь как? Вот упал запрос. Они сверху пишут такой же запрос, смотрят, что люди ответят, и отвечают чуть дешевле. Потому что я видел там повторяющиеся запросы. Одному катализатор нужен, и следом другому катализатору, условно. Кирюш, угадай, сколько нам минут ехать? Нет. Вот. Сколько? 10. 10 минут, правильно. Половина. Половина от чего? Половину поехать осталось. Половину мы уже давным-давно проехали, Кирюш. Так, что, смотри, знаешь, что я обратил внимание? До Орехово-Зуево из Москвы мы доехали, я ни одного поста не видел на нашем пути. На встречке были. Посмотрим. Заезжать в Москву, наверное, нужно будет с Каширки. Впереди плохая дорога. Ограничение 40. Там мы много раз проезжали, нас ни разу не тормозили. А с других я боюсь, могут это тормознуть. Так, что здесь 40? Обгоняли меня, да? Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. Бабушку увидеть? Нет, бабушка диван купила. Надо бабушку научить на телефоне писать твердый знак. А то она все через мягкий знак пишет. Я знаю, как твердый знак пишет. Сама тебе знать.
давай, перебегай. Я вот пропустил знак. По-моему, мы уже въехали, да, в город? Там, по-моему, на магазине даже уже было написано, что Олег, Зоя. Ага. 600 метров. Где 600 метров ты видишь? Да уже я знаю. А, на знаке видел какой-то указатель. Может, знак 60 был, а не 600. Сколько там ноликов было? Вот такой знак был? А? Вот справа. Да? Это ограничение скорости, Кирюш. Да, с какой скоростью можно ехать по этой дороге? А, да. Когда такие полоски, тогда можно больше 600 ехать. Не 600. 600, Кирилл, это самолет летит. 600. Да. Ну, самолет где-то... У него... Когда самолет отрывается от земли, у него скорость примерно 300-350 км в час. Да. А когда он летит в воздухе, он разгоняется до 1000 км. Обычный. Да, обычный пассажирский самолет. Да. Средняя 800-850, ну 850 даже, наверное, средняя скорость самолета в полете. Он может ускоряться в воздухе, а может немножко замедляться. Это все зависит от пилота. Как пилот поднимется в воздух и поедет по взлетной полосе, да? Угу. О, пап, смотри, как красивые из травы сделали. Красивые из травы? А, черепаху? Да. Я угадал, что черепаху. Володарского, по-моему. А, следующая Володарского. Метров там 4 метра осталось. 4 минуты? 4 минуты, если я бы сказал. Это уже вообще... Через 600 метров. Ну да, а что, мы уже почти приехали. Мы вот сейчас будем поворачивать на улицу, где бабушка живет. Кстати, мы увидим тот дом, где взрыв произошел. Да. И что с ним сейчас происходит, посмотрим. Нет, Кирюш, я буду разговаривать с бабушкой, чтобы вы на улицу не ходили. Да, потому что и так можно искать. Да, потому что сейчас в стране бушует вирус. Да, коронавирус. Коронавирус, да? Поверните вирус направо. Да, хорошо, коронавирус бушует. Коронавирус. Да, да, так и есть. Нос не высовывается. Угу. Только я не знаю, с какой стороны это будет. Все, снимаешь? Угу, снимешь там этот. Что-то загрустил, не? Да. Это? Да. Нет. О, все. Ладно, потом достану. Что такое? Вот туда упало. О, да здесь 2 метра осталось. 2 минуты, Кирилл. Да, не путай время с расстоянием. А здесь слева отделение полиции. 2 минуты осталось. Это будка? Ну, что, вроде, да. Вот, да, полиция. Вот, слева. Кинотеатр. А мы сейчас к нему подъедем, мы прям... Близко. Да, да, да. Ну, его... Был кинотеатр. Но его, Кирюш, его сейчас это, загородили, там повесили такой баннер на него, как будто бы ремонт идет.
Что? Кто? Слева он. Ну где у тебя левая ручка? Вот он. Слева, видишь, пол дома нету. Поверните направо, во двор, а затем поверните налево. О, все, приехали. Все, уже приехали. Принять. Да. Даже все, вон, видишь, площадки загорожены. Но мы еще не приехали, нам это... длинная, а другая половина тонкая. Да, прикинь, Кирюш, как дом, да, рухнул. Положение определено. Это вот из-за того, что говорят, газ взорвался. Угу. Даже по видео ты мне показывал, как бабушка говорила. Угу. Мы сейчас попробуем объехать по кругу. Может быть, получится. А вот впереди школа, куда всех переселили. Я в этой школе учился год. Да, целый год учился. А вон там детский садик. Я туда не ходил. Так там еще есть детский садик. Но рядом... У нас тоже есть школа рядом с садиком. Так, а мы здесь не проедем. Здесь нет проезда. Не знаю, Серег, не хочу обманывать. Вон 4 антенны висит. Жесть, да? Жили-жили и бац. Не разрушили. Да. Так, а у нас 18-й дом. Так, это 16-й. Нам, значит... А где, на севере где-нибудь или как? О, пап, ты правильно повернул. Угу. Ну, смотри, кто-то в самострой гараж тут построил себе в наглую. Не было его. Неправильно построили гараж, да? Ну да. Захотели и поставили. Просто вот так вот все в Подмосковье делается. Я вот не видел, что там справа. Так это, оказывается, Подмосковье? Да, это Подмосковье, Кирюш. Это не Москва. Все, приехали. Так, Кирилл, ты в маске? Ну вот, с другого ракурса тот же самый дом. Положение определено. Но видно, уже ведутся какие-то работы, разбирают завал. Ну и будут восстанавливать, скорее всего. Вот она, улица Гагарина. Вот в этом доме выбило окно.